Илья Щепин, он синим всего полгода занимается в центре «Каскад». Это его первый выход на большой ринг. Но на то турнир и называется «Первый бой». Почти все новички. Но по их мощным и точным ударам так не скажешь. Очень нелегко было. Противник попался не очень слабый. Бился очень хорошо. Илья одерживает уверенную победу. Помогли навыки борьбы. Вообще, в ММА без проблем могут встретиться рукопашники против боксеров, самбисты против тэквондистов. Поэтому разбитые носы и растяжения здесь не редкость. И это придает зрелищности поединкам. С детства хотел. Хотел чемпионом стать. Вот. Добиваю своего. Все потихонечку, не сразу все получается. Как говорят, Россию уже не сразу строили. Ибрахим медленно, но уверенно идет к своей мечте. На соревнованиях он стал первым. На турнир приехали около 100 спортсменов с разных уголков края. Хозяева турнира показали себя на высоте. Первое командное место взяли бойцы клуба ММА «Березники». Второе у центра «Каскад». Дмитрий Сидельцев, Сергей Коленник, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья.